Всем привет! Мы приехали в Прокопьевский район. Это Зенковский парк. Вот здесь пруд. И мы заехали к санаторию «Шахтер». Приехали на разведку поглядеть. Территория хорошая. Вот это административный корпус. Туда выше столовая, кинотеатр. Сверху корпуса. Здесь же бассейн «Аврора». Парковка для отдыхающих бесплатна. Лето, там внизу пляжик. Вот здесь первый и седьмой корпуса, они более новые. Сейчас пройдемся по территории. Это план-схема территории. Вот шестой это будет административный корпус. Столовая, вон те корпуса. Вот здесь бассейн и еще корпуса. Всего семь корпусов. На территории очень много деревьев. Как лиственных, так и хвойные деревья есть. Сосны. Проспрашивали, питание очень хорошее. Досуговый центр. Котельная своя. Вот там вдали мы видим Зенковский парк. Вот это корпус столовая, кинотеатр. Для любителей горнолыжного спорта вот бугильный подъемник. Здесь мы видим каток с беседкой. Здесь спортивная площадка, ну летняя, конечно, и корпуса. Второй, третий, туда дальше вон четвертый, и вон туда вниз пятый с бассейном. Бассейн хоть и небольшой, но достаточно хороший, современный. Там есть небольшие бассейны для ребятишек, для взрослых. Сауна, хамам. Мы ходили в этот бассейн, очень даже приятненький. Территория нам очень понравилась. И отзывы достаточно положительные на этом санатории, как альтернатива другим поездкам. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.